Сотни людей задержаны в ходе полицейской операции в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Это данные МВД Израиля. Полиция сообщает о двух раненых сотрудниках правоохранительных органов, палестинские источники о десятках пострадавших. Израильские подразделения силовых структур предприняли штурм мечети в ночь на среду. Полиция объясняет такие действия в разгар священного для мусульман месяца Рамадан желанием обеспечить безопасность верующих и предотвратить беспорядки. Согласно этой версии, десятки молодых людей в масках с камнями и пиротехникой забаррикадировались в мечети Аль-Акса, скандируя антиизраильские лозунги и призывая к насилию. Палестинские активисты обвиняют израильских силовиков в нападении на верующих, которые из опасений за себя пытались закрыться в мечети. С началом активного противостояния группировка «Хамас», которую многие страны мира признают террористической, призвала всех палестинцев прийти на защиту святыни. Армия Израиля сообщила после этого о ракетном обстреле со стороны сектора Газа. Полицейскую операцию в мечети Аль-Акса осудил ряд арабских стран. Египет, Саудовская Аравия и Иордания потребовали прекратить нападение на святыни. В официальных заявлениях говорится о ярости мусульман по всей планете и о подрыве усилий по мирному регулированию.